Всем привет, друзья! Это Павел Вайс и Женечка. У нас сегодня очередной юнит. Купили мы его за $750, то есть дорогой юнит, в надежде, что там очень много интересных и дорогих вещей. Поехали! Танец Женечки. Так, нам даже ключ дали, интересно так. С ключом нам никогда не давали раньше. О, замок. Положь куда-нибудь туда. Давай сюда. Мы ни разу еще его не открывали, ребята, так что... Смотрим. Вау. Посмотрите, ребята, какой большой юнит. Крисмас. У Женечки Крисмас. Стиральные машинки. Мы их отдаем бесплатно. Мебель мы отдаем бесплатно. Забираем только коробки. Поехали. Чемодан. Посмотрим, что в чемодане есть. Пакеты. Крисмас. Серьезно? Нет. Да. О, да. О, класс. Подушка. Какая-то подушка. Подушка. И какие-то флайеры. Тут ничего. Five ports. Я не знаю, хорошая сумка, нет? Five ports. Почистить? Да. Она такая даже не помятая, ничего не... Вставляешь? Да. Тогда вот это сюда. Мне что-то резко поднялось настроение. Ну да, конечно. Крисмас увидела, все. Радости, полные штанишки. А так. Так, давайте пойдемте. По коробочкам. Ой, стоять бояться. Так, здесь ничего. Где мусор? Поехали дальше. Юнит обещает быть большим, интересным, прибыльным. Свечки. Вот это интересно. Это не свечки. Свечки это. Ой, здесь их это много. Набор свечек из бамбука. Кажется, это от комаров. $1.50 вот такая лягушка стоит. $4 лягушка. Какая ваза. Ну, неплохо, неплохо. Начало такое. Ибеевское. Ибеевское. О! Вот это интересно. Это страшно. Original Design by Virginia. Norit. Подожди, Virginia Norit. Номер даже не написано. Эмили. Такая страшненькая фигня. Куколка. Вот это интересно, надо проверить, потому что некоторые куклы, мы уже знаем с вами, могут стоить денег. Человек любил лягушек. Точно, да? Это тоже... О, это одна коллекция, смотри. Да, ну здесь все ясно, ребята. Здесь лягушки, лягушки, фигурки лягушек. Тут крест животворящий. Нормально. Давай, Жень, складывай сюда, пожалуйста. А я начну другое. Так, уже неплохо. О, смотрите, давайте посмотрим, что здесь. Здесь швейная машинка. Швейные машинки стоят денег, если это хорошая фирма, например, Зингер. А если это еще винтаж и в рабочем состоянии, то вообще жесть. Не, это джинс машин какая-то. Джинс? Джинс. Это джин, это название. Джинс машин. А фирма есть? Да, джинс. Написано White. Weisner. Ой-ой-ой. Weisner. Модель номер 1787. Так, это может тоже стоить денежку. Проверим. Цену наверх. Так, здесь что-то есть. Интересненько. Цель найти какие-нибудь коллекционные монеты опять. Это хитер. Или золото, бриллианты. Видно сразу, что человек был не молод. Как если вот такие вещи хранить. И сумка какая-то. Где сумка? Здесь вот, с этой стороны. А, старая сумка. Так, я думаю, мусор. Это все в мусор, да? Ну, мы это так оставим и отдадим вместе с этим людям, которые придут забирать мебелю. Меблю. Так, еще чемоданчик глянем. Глянем. Он легкий с виду. Ну, с виду, на вес. Пусто. Ой, еще чемодан.
очень тяжеленький. Такой же, кстати, какой у нас был. Вот, который мы там положили. Опять же, в хорошем состоянии. Надеюсь, Женя не права. А в прошлый раз тебе понравился Крисмас? Ну, потому что там не было Крисмаса, там были монеты. О, Истер, Пасха. Зайки. Бани. Такие зайцы обычно садят на этих, на порчах. Одеялы. Прикольно одеяло. Знаешь, где-то я видел, один чувак одеяло нашел у себя в старом гараже. И... А черно-белое. Нет, какое-то индейское. Черно-белое, и там да. Пошел на аукцион, его сдал. За 10 миллионов одеяло продалось. То есть... Вы никогда не знаете, какой хлам может чего стоить. Что ты вот с этим хочешь делать, Жень? Им? А чемодан не хочешь в коллекцию? Я думаю, все-таки чемодан надо. Видишь, он как катается? Вот тебе Крисмас. Спасибо. Подушки? Одеяло. Рукоделие. Класс. Думаешь? Это вся эта и пяльца есть. Нет, это лампочки, это смотри, это ставишь вот так на да, дом. Да, я знаю. Знаешь, да? Да. Здесь было... Ой, снеговики. Нет, это какая-то посуда. И там ой. Очень большой таракан. Где большой таракан? Здесь вот лазит, убери его. Как я его уберу? Это крышка, что ли? Очень много крышек. Чего? Крышек? Или подставки, почти. Что ты хочешь с этим сделать? Вот это оставить ему. Да. Да, а тут что? Это деревья вот такие вот. Ты хочешь это оставить? Да. Этот бин? Да. Мы Крисмас будем декоретовать. Декоретовать? Ой, фига себе, сколько там всего, ребята. Это же вообще пряжи. Какое платье, какое. Ух ты. Просто красота неописуемая. Смотри, какая красота неописуемая. Ух ты, вообще. Одежда? Ну тут старая одежда. Давай. Там вообще столько всего. Очень много Крисмаса, Женьке нравится. Здесь, что здесь. Вот это? Или игрушка, осторожно. Это для елки, оно на колесиках. Что-то такое прикольное. Да, там елка. А ты откуда знаешь, что там елка? Ну там чувствуется вот как вихрь такое. Не хочу эту смотреть. Тут у нас кичен. Чикен, кичен. А, кухонная. Сразу в топку. Ура, я елку нашла. Ты ее реально с собой забираешь? Куртка, штаны. Понятно. Что тут? Это фишинг, рыболовная. Тоже. Тоже рыболовная. Но это надо оставить. Жень, твоя елка заняла пол нашего трака. Отдай. Лягушки. Написано никнакс. Что такое никнакс? Маленькие всякие статуэточки, фигурочки, свечечки. Ой, какая Масипуся, смотри. Смотри. Клевенькие, смотри, так. Тут на Тимати сет, похоже, где-то потерялся. А, была лампочка, туда что-то ставишь, она подсветку делает. Ну, батарейку заменить не была, а есть. Ну, такие сувениры. Вроде ничего особенного, понятно. Оставим. На eBay она уходит. Так, по копейкам, по дешевке. Сюда пока положим. О, Женя мне принесла старые кассеты. Мост Ватерлоу есть? Не, не мост, а этот, унесенный ветром. Ищем унесенный ветром. Gun with the wind. Ну, это по-английски, gun with the wind. Держи.
Нам сказали, что «Унесенный ветром» стоит бешеных бабок. Ну просто бешеных бабок. Нету «Gunwind». А мы с вами, ребята, продолжим. Что здесь? Одежда. И какие-то бумаги. Без денег, без ремешок. Вот так, по мелочи. Ой, порвался. Бывает. Это все поломанное? Я надеюсь, что не все поломанное. Осторожно. Походу здесь все поломанное. Австралиан кристалл. Не может быть. Это ты так снял? Нет, она такая была. Австралиан кристалл. Его сполоснуть просто надо. О, это неплохо. Это поломанное. Ну... Оставим? Ну давай. Оставим? Оставляй. Тяжело. Значит, или бумаги, или книги. Сейчас глянем. А это что? Какой-то модем для интернета. Лапинки. Пытычка. Дохлый. Держи. Держу. Вот это все поднимите. Что-то в носок. Made in China. Это что такое? Это стейплер. Нам нужна какая-то коробка, чтобы не смотреть. Где? Ну вон, маленькая стейплер. А, сейчас. О, какая кукла. Porcelain Ballerina. Made in China. Ну, это я тебе. Челси. Ну, тут так. Ничего неинтересного не вижу здесь. Смотрим дальше. О, Subaru. Это от машины что-то. Возможно. А, нет. Хотя... Я тут вижу часы. Какие-то дешевые часы. Ну, мы их оставим. Тут белые. Тут что-то очень тяжелое внутри. Вот у меня всегда в замочке. Перчатки. Да. У-у-у, нашли золото, бриллианты. Так, часики. Что это? Да, часики. Брелок с часиками. Неплохо. А это, Женя, оцени. Это просто бижутерия. Нет? Не золото? Нет, похоже на Avon. А это 10-копеечные монеты. Да. Да? И там 5, смотри, копеечные. И вот еще 10-копеечные монеты. $5 дайм, $2 никелс. Ну давай их здесь. Вот это ставим. Класс. Надо проверить, может они старые. Держи. Держу. Это что? А, ну это нагревать, чтобы на спину ложите. И спина у вас фонарик, брошка. С часами смотри. А, прикольно, оставь. Машина какая-то. Тут у нас белы. Монета 43-го медная. Не нужна. Ой, сейчас комментарии полетят. О, смотри. Цепь. Не золото? Угу. Тут, походу, у нас таблетки, да? Не? А нет, позолото. Окей. 14-каратовое позолото. Нормально. Так, здесь ничего, так нормально. На, брось туда куда-нибудь к коробкам. Так, вот здесь у нас... Играть в эти, в кости. Прикольно. Оставим. Нам надо какую-то освободить коробку для мелких вещей. Здесь файл кабинеты. Да я. Да, я вижу. Но я пока не могу ничем тебе помочь, Женя. Извини, пожалуйста. Держи. А здесь, ребята, у нас самые интересные находки. Lion King.
мусор. Сумки. А сумки-то неплохие. Здесь еще одна сумка. А внутри... А внутри у нас книги. Что это такое, Жень? Как рисовать и вышивать... Рукодельки. Келтик. Сумку можно оставить, а... Хочешь так? Ой, фигня? Да, оставь, что? Нафига? Кто-то занимался... Самодельным этим. Как его называют? Сваркой. Мусер. Бини-бэйби. Угу. Старая? Старая. Да, старая. Ну как, снова старая. Что-то для бэф. Усё. Да, это плохая коробка. Угу. Но для начала мы начнем с нее. А на дно положим сумки, чтобы не проваливалось. Так, а тут ты мне уже коробку принесла? Ну да. Давайте глянем. Кепки. Follow your dream. Это можно его оставить. Фонарь. Ничего интересного. Ой. Сеточка с какими-то... А тут у нас... Доставайся. Баффи. Экс-мен. Что это? Это какая-то Nintendo игра. Вот, видишь, Nintendo игра. Оставь. I think we have a Nintendo here. Ой, что-то я по-английски заговорил. Надо по-русски говорить. Game Boy Color. Это самые дорогие игры, которые на eBay только продавал. Там, там есть? Есть. Вот. Замечательный кондишн. Еще нет, игры. Там немножко это, но это не факт. Еще мы поменяем батарею. Ну, батарейку. И игры. Вот отсюда бери ее. Класс, ребята. Сколько тут игр? Раз, два, три, четыре, пять. Такой набор вместе с геймбоем, вместе с вот этой штукой. На. А, я его почищу и выставлю на продажу. Я уже продавал такие, скажу вам сразу. Такой набор будет стоить... Давайте оценим 300. $300 за набор. Держи. Ой, и храни это. Ой, там вот эта штука была, еще не выкини. Вот только на одних играх, если мы больше игр сейчас найдем, отобьемся весь юнит. Игры уходят просто как горячие пирожки. Я эти игры так быстро продаю, что аж, как говорится, даже не смешно. Старые камеры. Kodak. Винтаж. Да, здесь что? Фигня. А, Жень, пожалуйста, в сумку, это паспорта. Чем больше, ребята, в комплекте с играми, там, паспорты или какие-нибудь там инструкция, как играть, если чем больше этого находится в комплекте, когда вы продаете на eBay, тем цену можно заряжать еще выше и выше. Я недавно продал один Sonic за $70. И от Game Boy вот такую маленькую игру я продал за 90. С того юнита, где мы нашли очень много компьютеров старых. Я не знаю, что с этим делать. Тоже сюда. Ну, тоже. О! Крисмас. И коробочки. Так, здесь полотенца какие-то, Жень, как подарок. Держи. О, Элвис. Это Элвис? Нет, это сборник. Golden 50. Это классно вообще. Гомонок. Для маникюра, наверное. Нажимай вниз. Для маникюра. Точно для маникюра. Как я понимаю, она хранила подарки заранее уже. Были подготовленные сеты всякие, смотри. О, вот это прикольно. Это можно продать в таком же виде. Что в коробочке? Фейс. Ангелочек. Класс. Надежда. И вот здесь. Сейчас, здесь. Подожди. Селфон кейс уже не нужен, потому что он от старого селфона. Вот это классный наборчик, можно продать. В открытках бывают деньги. Это наступалка, игра опять. Помнишь, как мы вот недавно нашли?
Да? Ногами натыкать. 40 баксов такая игра стоит. Так, вот это сразу мусор. Держи. Чужая использованная косметика. Я знаю, я открываю пакет. Я людям объясняю, Жень. О, эти опять подарочные наборы. Носки. Классные. Смотри, вот здесь вот интересно. Мы одну вот эту нашли. А что во второй? Ух ты. Вот другое кемия, прикольненько. Ну, я не думаю, что это золото. Не, не золото, просто как... А что написано 18? Инч. Цепочка. Ну так, за сколько? 10 баксов каждая? Ну да. Кому-то в подарок хороший бумажник. Кожаный, но мне, кстати, бумажник нужен. Класс. Здесь написано... Смотрите, какие ручки. She die leather. И ковбой на лошади, и орел. Складывай сюда. Коробочка? На, вот это выкини. А тут тоже, да? Не знаю. Скорее всего. Ну и там бижутерка. Да, Christmas. Ух ты, $44. 10 карат gold. Ну, 10 каратов золота, ребятки. Смотри. Ага. Я такие носила на Christmas. Угу. И карты. И носки. Подарочные наборы, прикольно. Вот тебе и коробка. А, тут что-то еще есть. Соль для ванны. Ну, ее можно выкинуть, она уже все. Так, а тут что? А тут просто пакет с пауком. Так. Здесь коробка есть. Что здесь было? Полотенце. Вот тебе коробка. Ага. Нужно уже складывать вещи, которые мы хотим оставить. Сюда, да? Сюда, да. Нормальный юнит, слушай, ребят. Ничего так. Находим хорошие вещи, которые можно продать. Пока ничего супер не нашли. Но мы еще только начали. Кстати, ребята, что хотел вам сказать. У меня мама ведет канал, да, Жень? Вот такой канал. Ссылка будет в описании. Ребятки, зайдите на канал моей мамы. Посмотрите, подпишитесь. Там очень много интересного. На ее канале даже мы с Женей молодые и красивые. И все еще точно есть. Там видео есть. Да даже есть видео, где мне 18 лет. Я там на гитаре лобаю. Зайдите на канал, ссылка будет в описании. Я буду очень благодарен, если вы поддержите мою маму. Поставите ей лайк под каким-то видео, напишите комментарий. И там, кстати, вся история, как мы в Америку приехали и все дела. И подпишитесь, давайте ее завалим подпиской, ребята. Один клик для вас, а для нее весь день она будет счастливая бегать. Тут вообще непонятно, Жень, что я оставлю, чтобы ты пересмотрела. Ну, вот так. Я думаю, что здесь какие-то декорации. Я думаю, что становится очень жарко здесь. О, какие классные декорации. О, как раз по теме. На сейчас Хэллоуин? Сейчас хэллоуиновский фол. Ну, почему ты такой звук делаешь? Да. Подожди. Я думаю, это хлам надо оставить. О. Меня интересует вот это красное. Смотри, коробка. Что там есть. А меня интересуют вот эти инструменты, целая большая коробка. Надеюсь, они там есть. Ребят, смотрим до конца, не отключаемся. Серебро. Бижутерия. Это монетки. Так. Здесь. Кошелек. Нашли какой-то кошелек. Он новый, что ли, мне кажется? Новый, пустой, да? Ботинок. Да, здесь старая одежда. Мы ее так и оставим. Вот так. Меня очень вот этот сундук интересует, который мы с собой забираем. Очень меня тоже он интересует. Это та желтая пэк, помнишь? Да. Сразу видно, что-то мягкое и старое. Старая косметика. Лягушка. Лягушек они любили. Ощущение такое, то, что реально лягушек любили. Какие-то куклы. Ой, Эйнштейн. Грандпарент. О! Часы Милан. Интересно. Часы мы оставим. Фонарик, наверное. Точно.
Бижутерька. Бижутерька. У, коробочка. Коробочка. Какие-то buttons. My buttons. My four groovy buttons. Оставить? Оставить. Мы же коллекционируем бижутерьку. Ой, тут много как коробочек. Тоже, наверное, бижутерия. Бижутерика, да. Держи. Бижутерия. И тут? И там. Ты глянь. Да? Маленькая подкова. Это бляшка на ремень. На тебе еще бижутерику. Так, вот здесь вроде ничего уже нет. Нет. Как будто она была в больнице. Вот сюда. Это больничная. Да, возможно, это старая женщина скончалась, и никто не захотел забирать ее вещи. Грустно, грустно. Но что мы можем сделать? Мы не знаем, что с ней стало. HDMI мы же продаем. Или в подарок даем тем, кто купил. Давай. Ты выкинула HDMI? У нас их очень много. Вот реально очень много. Духари, как лимонка. Все, это тоже сюда. О! Бижутерька. И, конечно же, лягушка. А есть крышка? Пока не вижу. Зеркала. Ух, какая коробочка. Тут, наверное, есть драгоценности. Тут камни, Жень. О, замечательно, розовый кварц, прозрачный кварц и джейд. Это типа semi-precious? Semi-precious, да, stones. А что это было? Вот это? Непонятно. Это пикс. Набор пикс, смотри. А, чтобы замки открывать? Нет, какой-то странный набор. Держи, вот твоя крышечка. А нет, тут еще одна вещь. Ух ты. Смотри, сколько. А это по классно тоже, по месяцам рождения. А вот коробка сейчас. Ух ты, нашли загадочный сундук. И что там? Ну что-то там есть вроде. Или он сам такой по себе тяжелый? Нет, нет, вроде. Вот даже надо ровно поставить. Открывай. Он еще не открывается.